Спасибо. Спасибо. Что там три сделал? Что не видео, то какое-то унижение. Книжки бы читали, ума набирались. Какие-то там, могу книги посоветовать. Научно-познавательные какие-то там книги, которые, ну, сделают из вас, ну, не то чтобы людьми, да, школьник человеком не станет, это уже факт, потому что поколение сейчас дебилов растет. Сейчас те, кто в школьнике, они уже все, они уже умнее не станут, это поколение дебилов выросло. Вот, пожалуйста, обратите внимание, фанаты всякого говна, то есть русского рэпа, я их называю. Понимаешь, по человеку, по его вкусам можно сразу определить, насколько он дебил, вот реально, да. Если человеку нравится русский рэп... Алина Сухачева, я болею за тебя, за Каблучева. Хочу еще с нарезки треча похикать. Старый, удачно пооблизывать покрышки. Ты хочешь пооблизывать мою полувялую покрышку, что ли, лысую, а? А сколько нужно задонатить, чтобы ты принял эстафету от Саши Семакина на челлендж с ложкой? А кто это? Это кто такой? Что за негативное слово я услышал? С негативом повеяло. Сергей, спасибо, но мне удача не нужна, я их так выиграю. У них нет шансов. Они сейчас плакать будут, зачем мне это? Ну вот смотри, допустим. Просто секунда, и все. Раз, привет. Два, привет. Вот смотря. Три, четыре, пять. Вот видишь, какова ваша тактика. Дырявая, как моя жопа. Видишь? Видишь? Потому что вы играть не умеете вообще. И что, трич нормально, накатался? Все, нарезки не будет, а? Все без нарезки, да? Все. Что за бред? Химерочка, а ты ж... Ой, блядь, а что тут такое делает эта зона ебаная? О боже, блядь. Мама. Ебать, да ну нахуй! Считается. Это не считается, меня зона убила. Считается. Считается. Ничего, считается. Что зона дерется. Считается. Нюхай землю, черти, говорят. Я тебе сказал. Конвомания? Блять, он едет. Ха-ха-ха, батуа! Знатненько пососал. Хорошо, я буду действовать так. Сын хуйни, блядь, ёбаная. Блядь, пидорасы, сука. Сука, надо вообще дамаг от зоны убрать. Ну какой смысл? Я не понимаю играть с ними. Типа, меня вообще убивает зона, а не они. Надо убрать дамаг от зоны, он тут не нужен. Надо убрать дамаг от зоны, он не нужен. Зачем он нужен, получается? Он же не нужен тогда. Я не мужчина. Я не мужчина. Сами меня, то я лекит и картит сама киндарок кулка кинки каракис. Земляки манди рассё, лаки нахуй ты табаку найти, то рацик мрэди убияйши. Хинау тига не урти лакры нахуа ути. Вам же хорошего вечера, всего доброго, до свидания. Не понял. Всего доброго, до свидания. Не слышу, эй. Алло. Алло. Да, да, вы мне поможете машина, или я так и не буду ехать?
Без номера автомобиля мне не удастся вам помочь. Вас как хоть зовут, чтобы я знал, кто мной мой враг? Меня зовут Егор. Ясно, я понял, как? Ой, меня выбили. Ай, Витя Кокон. Витя Кокон. Доброго, до свидания. Ну все, я сейчас окно выбью и уйду отсюда с машины. Будем рады, если вы оцените качество работы оператора по шкале, где один очень плохо, а пять чудесно, нажав на соответствующую цифру. Да что за бред, я отвлекся. Я отвлекся, это вообще не считается. Меня звонок отвлек, пасеки, это не считается. Да, Коля. Блять, опа-на. Просачок. Блядь, да как так, ебать? Я хотел залезть в машину, понял? А он задом даже... Иди нахуй, блядь, ебать. Блядь, ебаный! Ловочка, шлюха! Не считается. Это не считается. Твоя мать не считается или считается? Скажи мне честно.